Подписывайтесь на канал и прыгайте с моста. На какой канал? Дэнни Монтана. Привет, друзья! Передаю вам привет чемпионата Украины. Я не делал никаких вступительных слов, сразу мой ролик идет к вам отсюда. Я уже отвыступал на выходах силой, показал не лучший результат, который я надеялся. Не знаю, что сыграло волнение, возможно. Засчитали мне 16 повторений. Первое было не засчитано, последнее было не засчитано. Просто как-то не хватило сил, то ли перегорел. В общем, не знаю, старался делать максимально чисто каждое повторение. Ну и такое получилось. Это максимальный результат на сегодняшнем турнире. Меня это никак не радует. Я все-таки иду к высокой цели. Я хочу побить мировой рекорд. Я думаю, мне нужно еще немножко времени, чтобы подготовиться и сделать это. Чемпионат продолжается. Сейчас будем гулять, отдыхать, общаться с людьми. Ну и вы все увидите дальше. Друзья, сейчас будет классная вещь, троллей.
Как спустить 250 гривен за 20 секунд? Прикольное ощущение, друзья. Ветер надул в глаза. Пролетели над Днепром. Вот. Да. Единственный плюс был бы, если бы мы были потяжелее. Да. Тогда бы быстрее. Кабанам ехать быстрее. Да. Однозначно быстрее кабанам ехать. Костя первый. Метров на 50 оторвался, не меньше, да? Прикольная вещь, друзья. Приезжайте в Киев. Троллей через Днепр. Тот, кто тяжелей, тот едет быстрее и веселей. Зарифмовал, да? В общем, классно, гуляем. Чемпионат продолжается, пойдем посмотреть, кто там жжет. Пора бы пообедать. В общем, будьте с нами, пока. Подписывайтесь на канал и прыгайте с моста. На какой канал? Дэнни Монтана. Привет, друзья, еще раз. Чемпионат Украины по стрит-воркауту подходит к концу. Я также отвыступал в стритлифтинге. Спасибо ребятам-организаторам, что допустили меня. На брусьях пожал 105 килограммов. На турнике потянул 75. На турнике это лучший результат. На брусьях, конечно, я сдул. 110 я не пожал. Вот. А в итоге какой результат будет, я не знаю. Ну, посмотрим в конце, когда будет награждение. Там будет все видно. Все круто, что могу сказать. Надо тренироваться, надо посвящать себя полностью конкретной какой-то дисциплине, конкретному упражнению. И только тогда получится. У меня есть такая проблема, я стараюсь, пытаюсь разорваться на все стороны, пробую себя во всех упражнениях и сразу, но я понимаю, что нужно сконцентрироваться на чем-то одном. Вот так и получается. Вот, это моя болячка, в общем. Уже темнеет, ну, я думаю, мы еще снимем какое-то видео в свете фонарей. Оставайтесь с нами, все будет круто. Чемпион Украины 2015 Малахов Дмитрий, Город Кременчук!